Всех приветствую на своем канале. Сегодня я покажу, как починить вот такие вот автомобильные компрессоры. Они часто выходят из строя в том плане, что они не накатывают колеса, то есть не дают давление, необходимое для накачки шины. То есть мотор работает, но он не качает. Ну что, друзья, приехали. В общем, компрессор перестал качать. Вот я уже накатывал это колесо, оно вообще не накатывается, то есть работает в холостую. Вот зажимаю и ничего не происходит. Мотор работает, но он не накачивает шину. На данном примере я вам покажу, как устранить и починить данные компрессоры. Значит, ну здесь вы, конечно, должны осмотреть, чтобы не было каких-то повреждений шлангов, обжимки, но в основном у всех причина поломки именно в цилиндрике. Берем аккуратненько, раскручиваем вот эти вот, нас интересуют два винта. Это уже почищенный компрессор, я вам просто показываю, как разобрать, как устранить эту поломку. Вот поближе сейчас попытаемся посмотреть. Вот отсюда воздух идет, забор его воздуха при движении поршня вот сюда. А потом, когда поршень движется в эту сторону, соответственно, этот клапан закрывается и не дает воздуху выходить. И он выходит через вон тот клапан. И когда сюда вот в поршень попадает грязь, вот отсюда, соответственно, она забивает вот этот вот лепесток. Вот он становится вот таким приоткрытым. Вот. Воздух как заходит, так и выходит. То есть он не плотно прилегает. Смотрите аккуратно, чтобы не повредить вот здесь вот крепление лепестка этого. Без фанатизма, то есть почистили. И тут может даже быть просто камешек попасть под эту часть или любой такой предмет, который просто не дает закрыться этой пластинке. И теперь приступаем к обратной сборке. После того, как мы собрали и почистили наш компрессор, соответственно, мы его проверяем на работоспособность. Значит, закрываем клапан и проверяем. Как видим, все отлично. Отлично накатывается. Вот такой вот способ реанимации таких вот компрессоров. Принцип у всех у них одинаковый, даже если у вас другая форма, просто по-другому он разбирается, а принцип у всех одинаков. Кому видео было полезно, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока!